Всем привет, вы на канале Вот Так. Мы по-прежнему шлем вам большой солнечный привет из Паттайи. В сегодняшнем выпуске мы с вами, кстати говоря, сейчас находимся в самом центре. Мы редко сюда выбираемся, но тем не менее, сегодня мы вот сейчас здесь находимся. И это радует, потому что в сегодняшнем выпуске мы продолжим... Громкие индусы. В сегодняшнем выпуске мы продолжим ходить в гости, скажем так, посещать места, где живут наши подписчики и куда они нас приглашают. Надеюсь, что с удовольствием приглашают. Все, начинаем наш выпуск. Итак, как я уже сказал, мы в центре Паттайи на второй роуд и приехали вот в такой кондик, который называется The Base. Мы, кстати говоря, много о нем слышали, но ни разу еще здесь не были. И сегодня один из подписчиков нас пригласил к себе в гости. Мы сейчас с удовольствием сходим, все сами посмотрим и вам обязательно покажем и все расскажем. Так что не переключайтесь. Поехали. Мы не часто снимаем видео в центральной части на севере, поэтому вдвойне рады, что мы сегодня здесь посмотрим, как люди живут. Сколько это стоит, надо опять же узнать, потому что всегда как-то выбирали вариант размещения на Джамтьене. Я думаю, что и вам будет интересно, потому что не все хотят жить где-то там в окрестностях. Всех, может быть, кто-то из вас хочет пожить в центре города. Вот сейчас мы и посмотрим, как здесь люди живут. Пока мы в ожидании человека, который нас пригласил, я так понимаю, что кондик здесь состоит из двух корпусов. Корпуса высокие. И пока не могу сказать точно, но у меня что-то такое закладывается подозрение, что здесь как бы все one bedroom. Поэтому будет интересно узнать, только one bedroom здесь или студия. Это, кстати, человек, который нас пригласил. Привет. Алексей. Павел. Слушай, я хотел сразу спросить, пока не забыл. А здесь только one bedroom или студия? Здесь студии нету вообще, насколько я знаю. Но есть one bedroom и two bedroom. Я был прав. Студии нету. Ладно, пойдем. Пойдем смотреть. Алексей живет в корпусе Б, а мы сейчас пойдем в корпус А, потому что там он сказал, что круче бассейн. Потому что если вы едете сюда, то, скорее всего, вам все равно захочется купаться. До моря здесь как бы недалеко, кстати говоря, но в центральной части Паттайи я знаю, что многие не купаются. Нет, не купаются. Море грязное. Море грязное, поэтому пойдем наверх. Стоим, ждем лифт. Человек снимал, ну, то есть здесь ресепшена нету, вы не можете прийти здесь как бы снять номер. Через что? Есть возможность снять через сайт DD Property, размещает объявление об аренде недвижимости в Таиланде непосредственно тайцами либо агентами. Плюс есть возможность такая же снять на Airbnb, Booking, Agoda, там участники уже сдают, ну, либо какие-то компании, которые выкупают блок, или как-то, не знаю. Я вот на Booking не видел что-то ни разу в Base. Нет, они не называются прям Base, там по локации. Какой-нибудь апартамент или... Понятно. Сколько стоит? Ну, в моем случае на 3 месяца контракт 18 тысяч бат в месяц. Это уже с водой и с электричеством? Нет. Еще плюс вода не все. У тебя one bedroom или что? One bedroom. Но она небольшая. Ну вот, на 31 этаже там бассейн, лаунж и просто, не знаю, как это сказать, наблюдательная... Viewpoint. Viewpoint, ну что-то типа того, панорамик, да. Классно, люблю бассейны на крыше. Вид, конечно, шикарный. Лежаков не так много, но я думаю, что, наверное, тем, кто приходит сюда загорать, им хватает. Пойдем посмотрим, там еще наверх можно подняться.
здание А, кстати говоря, выше, чем здание Б. И бассейн здесь на крыше, а там он внизу находится. Но мы туда еще спустимся. Ну и, конечно, шикарный вид здесь. Зачет. Должен отметить, что в расположении, кстати говоря, он находится очень удобно. А рядом центр фестиваль, ну, вторая роу, где постоянно ходит Санктео. То есть, как бы, именно вот расположение классное. Если вы хотите жить в центре, и чтобы пешком, в пешей доступности у вас были все торговые центры, пляж тот же самый, пирс и все остальное, то это место прям идеально подходит. В общем, Окей Метр, вот тут прям буквально за углом, это, скажем, такой мини-Окей Метр. Там те же самые бары, простые бары. Вы как-то пропустили их? Потому что очень посмотрели среди его. И простые бары, музыкальные, ну, с музыкой совсем. Так, ну, что, по вторую пойдем. По второе здание. Теперь где уже живет Алексей? Детская зона есть здесь, зал для аэробики, вот девушка занимается. И идем сейчас уже непосредственно в бассейн, но Алексей нас обманул, он находится не на пятом этаже, а на третьем. Фитнес-зал здесь также есть, и бассейн, он находится на теневой стороне, поэтому народу здесь меньше, чем на здании А. Ну, естественно, потому что он ниже, может быть, там из-за видов тоже, кстати говоря, больше народу. Сейчас попробуем воду. Вода здесь холодная, потому что теневая сторона и не прогревается бассейн, только на солнце выходит там детская часть, чтобы детям потеплее было. Поэтому народу, может быть, из-за этого тоже здесь немного. Ну все, а теперь пойдем посмотрим комнатушку и посмотрим, как, ну, как люди живут, я уже говорил. Интересно же всегда. Вперед. Нужно на крыше паркинга это располагается. А-а-а. Нужно через паркинг попасть на площадку баскетбольную возможность. Это мы говорили про баскетбольную площадку, которую можно также посетить, если вы увлекаетесь данным видом спорта, то здесь тоже есть возможность поиграть. А, все, мы пришли уже в квартиру, вот так вот она выглядит. Ну, еще раз повторюсь, это one bedroom. По большому счету, они везде одинаковые, где-то просто размеры побольше, где-то поменьше, поэтому, ну, так они, в принципе, выглядят везде одинаково. Вот такая кухня с плитой, микроволновка, холодильник, ну, все как везде. Балкон сзади. Вида нет с балкона. Ну, вот такой вид. Ну, в центре, кстати говоря, наверное, виды будут такие, если вот на первой береговой не стоит кондик, ну, по-моему, на первой нет кондиков, там отели в основном, то тогда виды будут вот такие все на соседние здания, потому что застройка, сами понимаете, достаточно плотная. Пойдем теперь комнату посмотрим. Ну, комната вот такая. Для одного человека, в принципе, этого достаточно. Конечно, можно и больше, сами понимаете, но я думаю, что одному здесь достаточно комфортно, потому что есть и гостиная, есть кухня, есть комната, туалет, ванна, что еще нужно? Все есть для того, чтобы жить. Стандартно душевая кабина, туалет, раковина. В общем, все как везде. Так что сейчас мы спросим у Алексея, почему он предпочитает жить в центре. И если ваши предпочтения совпадут, то, в принципе, этот вариант вам очень подходит. Леша, расскажи, почему ты предпочитаешь в центре жить? Ну, как бы, я знаю, что многие наши соотечественники предпочитают Жамтьен, либо Север в центре, потому что редко попадаются люди, которые вот живут именно в центре. Ну, я с этим согласен, потому что все в основном, ну, я не знаю, более спокойный отдых и русская комьюнити, я считаю, что на Жамтьене гораздо больше, чем в центре. Но мне это, в принципе, не принципиально, да. И главным плюсом для меня является то, что очень удобная пешая доступность до всех основных мест, я не знаю,
Пляж, то, как и говорили уже раньше, не очень хороший. Но если прогуляться по нему, пробежаться, не знаю, с утра, если занимаетесь спортом, не знаю, то удобно. Ну, хотя это, ну, нет, что-то я бред говорю, потому что нормально, можно сделать и на Джамтене. Но, тем не менее, Центр Фестиваль, Авеню, торговый центр, удобное расположение относительно маршрутов тук-туков, на котором также можно доехать очень быстро до терминала, не знаю. Ну, просто мне комфортнее в центре жить. Так что, если вам тоже комфортнее жить в центре, еще раз повторюсь, центр, кондик называется V-Base. Ну, не факт, конечно, что вам удастся забронировать именно здесь, но вот посмотрите просто по расположению. Здесь рядом есть, вот Алексей жил в каком-то еще другом комплексе, там тоже приблизительно цена такая же, а номера там побольше. Да, что там за комплекс? Центрикси называется. Комплекс. Цены примерно такие же, расположение тоже достаточно удобное. Но номера там больше, номера, комнаты больше. Так что вот так. И еще раз, для тех, кто пропустил в начале, мы озвучили цену за вот эту комнату, one bedroom. А месяц она получается 18 тысяч бат. 18 тысяч бат плюс коммунальные услуги, вода и свет. Сколько в месяц получается приблизительно? А я не знаю, в этом месяце еще не платил, я только снял. Ну, где-то в среднем еще 2 тысячи закладывайте дополнительно. Ну, если вы часто пользуетесь кондиционером и много моетесь. Вот. Так что идем теперь наверх нам, потому что еще надо подняться будет, посмотреть, что здесь наверху в здании находится. И пройдемся, посмотрим, что еще вообще есть. Может, нам еще откроются какие-нибудь интересные вещи. Так, мы поднялись на 27 этаж. Как я уже говорил, здесь бассейна нет наверху. Здесь просто какой-то типа сада какой-то. Высокое здание, которое вы сейчас только что видели, это как раз и есть тот второй кондик, про который Алексей говорил, там, где он снимал за 17500. Но опять же, запомните, что это при договоре на 3 месяца. Если будете на месяц, то это может быть дороже. И там размещение побольше квартиры, попросторнее. Мы пришли в лаунж-зону, вот такая еще здесь есть, хотел скрыть, Алексей, но я же сказал, что мы что-нибудь найдем еще. Вот, на самом деле прикольно, здесь можно посидеть, поработать, если не хотите в номере сидеть, здесь продувается достаточно так нормально и удобно, комфортно будет сидеть вам работать с ноутбуком, например, и с такими шикарными видами, ну согласитесь, да? Да, согласен. Но ты здесь не работаешь. Нет, я здесь не работаю. Кстати говоря, важная тема про интернет. Мы сейчас разговаривали. В номере нету интернет, не включен, то есть стоимость проживания. 800 бат дополнительно в месяц, да? Да. В месяц. Так что имейте в виду еще плюс. Добавляйте к стоимости аренды. Ты же сюда приезжаешь на несколько месяцев также, да, на зимовку, да? Ну вот люди, которые приезжают, как мы, например, как ты, часто вопрос задают, во-первых, это какой связью здесь пользуешься, а устраивает она тебя по скорости, не устраивает, что там еще, где питаешься, приблизительно сколько в месяц выходит денег у тебя на вот без аренды жилья. Хорошо, так постараюсь по пунктам. Связь у меня сейчас TrueMove. У них была акция новогодняя, может быть, и сейчас работает, когда можно было подключить безлимитный интернет за 200 бат в месяц. Как-то вы упоминали про другого оператора в своем видео, да. Но вот я другой выбор сделал, и, в принципе, меня устраивает связь. Ну, кушаю как придется, на самом деле. Тут, как говорил, недалеко от торгового центра, часто бывает, хожу в Central Festival, иногда питаюсь так же, на как фуд-корт? И фудкорт бывает, и бывает рестораны там на четвертом, на пятом этажах. Плюс разные торговые центры, простые кафешки, едальни. Плюс бывает иногда вообще, как настоящий таец, сижу за жестяным столом у дороги. Супербюджетное питание, но не для неокрепших, скажем так, желудков, да. Ну, кстати, многие, да, боятся есть вот в этих макашницах, потому что они как бы
потом не свари ни желудка. Но на самом деле это все дело привычки. У меня тоже, знаете, когда я первый раз летал в Таиланд, я тоже один раз так поел, что дня три, по-моему, не слазил. Вот. Так что будьте аккуратнее, когда вы выбираете питание. Вопрос про бюджет. Вот приблизительно сколько у тебя выходит в месяц? Ну, бюджет у меня разнится на самом деле, потому что, например, первый месяц мне пришлось отдать... Ну, если безотносительно аренда жилья, то бюджет месяца у меня, наверное, от 15 до 40 тысяч бат. Это зависит от того, куда-то что-то ходить, выходить, скажем так, если где питаться и что делать. Ну, на самом деле, с каждой поездкой, с каждым месяцем это получается, это выходит все бюджетнее и бюджетнее, потому что уже знаешь, где сэкономить, знаешь, где, куда нужно съездить, куда не нужно съездить. Какие-то экскурсии, например, если брал я когда-то, когда впервые приезжал, то сейчас мне это уже не интересно, по большой части, потому что я все видел уже. А так вот, чем дольше ездишь, тем бюджетнее. А ты передвигаешься по городу на байке или просто? Да, у меня мотобайк, да? Сколько ты аренд? Я аренда мотобайка у меня вышла 2000 бат за месяц при условии аренды на 3 месяца. О, ну тебе вообще хорошо. Но у меня Honda Click, ну это не самый... Ну у нас тоже PCX. Honda Click, 3000. Друзья, блин, мы оплошали. Видите, все познается в сравнении. На самом деле это классно, когда есть возможность встречаться и узнавать какие-то новые подробности. Может быть, теперь мы будем снимать тоже байки по 2000 бат за месяц, что переплачивать. Ну, я, кстати говоря, должен отметить, вот подтвердить слова Алексея, что... Минимум 20 тысяч бат вы закладываете на питание и на какие-то вот вещи, связанные с вашим бытом, потому что, ну вот у нас лично так что-то выходит, ну это прям вот минималка. Вот такой получился у нас обзор, я не знаю, надеюсь, что он вам пригодится, если вы соберетесь посетить Паттайю и захотите остановиться в центре. Скажем большое спасибо Алексею за то, что пригласил, потому что немногие, еще раз повторюсь, соотечественники живут в центральной части, в основном все на Джамтене и на севере. И когда выпадает такая уникальная возможность посетить центральную часть, мы с удовольствием этой возможностью пользуемся. Если кто-то из вас еще вдруг живет в центральной части, зовите в гости, пока мы еще здесь. Все, друзья, скоро увидимся, потому что наше приключение продолжается, и у нас еще есть что вам показать.